На спортивных площадках Алматы, Астаны и Актобе пройдут 6-е летние Паралимпийские игры Казахстана. В соревнованиях по 10 видам спорта с 11 по 30 мая будут участвовать более 1000 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением органов зрения из 20 регионов страны. От Актюбинской области примут участие 70 спортсменов. Сейчас идет подготовка к третьему этапу, который пройдет в Актобе с 21 по 29 мая. Основная цель игр – привлечение людей с инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом. Актобе примет состязание по волейболу сидя, парадзюдо, настольному теннису и плаванию. Всего мы планируем принять 400 участников из разных регионов страны. От Актюбинской области в волейболе сидя примут участие 10 человек, в пароплавании и парадзюдо по 11 человек и в теннисе 12 спортсменов. Для проведения игр будут задействованы Центр подготовки Олимпийского резерва, где будет проходить парадзюдо. Плавание будет проходить в бассейне Достык, настольный теннис в центре настольного тенниса, команды по пара. Волейболу сидя будут выступать во дворце Жекпе-Жек. Паралимпийские игры Казахстана станут отборочным этапом для формирования национальной сборной, которая выступит на Паралимпиаде в Париже в 2024 году.